лапой жопой. Господи, Витя, это у тебя играет такое, да? Да. Альберт, если бы ты это послушал, ты бы понял, почему это так смешно. Блять, как у меня ухо раскалывается, пиздец, он стрелять еще начинает. Вырисовывается неплохой пик, хотя у нас тоже хороший. Объясняли эту трэп-хату. Хлопай, детка, хлопай жопой. Альберт, хлопал когда-то жопой? Угу. Каждое утро так делаю. Я возьму, хорошо? Давай. Стою, умываюсь и шевелю. Не, именно хлопать, не шевелить, именно хлопать. Хлопаю, шевелю, когда шевелю, тогда и хлопаю. Ебать, парни, я тут ошибся, я сдох, по-моему. Ты с даггером? Да, я зашел на хайграунд, там сталинсер меня, блядь, встретил. Охуеть, пидорас. Батя Самуила выбегает на меня. Я, блядь, на верке против двух мили стоять. Под крипов надо научиться добивать. Там сейчас сталинсер, братан, придет к тебе, не волнуйся. Отмены атаки от Спарка. Иди отсюда, блядь. Научите не добивать крипов на верке, плиз. Пиздец, а крипов 5, наверное. Хлопай, 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 детка, хлопай жопой. Что я, блядь, сделал? Что, блядь, я сделал? Почему это происходит только со мной, ребят? Не с каким-то другим игроком. Почему это, блядь, только со мной, блядь? И на моих стримах, блядь, ребята. Это пиздец, блядь, какой-то. Аутист? На сайленсере. На перекрыть хочешь? Хорошо, батя Самуил, иди нахуй. Ну, у меня сайленсер, да, входит. Да. Ты сайленсер? Да. Батя Самуила куда-то убежал. Сталинцев, иди драться будем. Братан. Братан, меня курица, я носил себе две фласки. Как же они бегут на меня? Они меня убьют сейчас.
Фиссура. Фиссура. Ай-я! Хорошо, прижала меня. Нормально. Хлопай, хлопай, детка, хлопай жопой. Батин принес тебе еще 100 коригена, и батин псих. Эсэфи. Я даже ему дагер не хочу кидать, блять. Да иди нахуй! Дебил! Бля, Сайленсер, не приходи, близ больше. Мне так не, нравится. Лучше приди к Альберту нахуй. Стой там. Так, короче, я кстати, попробую еще один билд сейчас. Я его пробовал ранее, бич но билд. Он реально бич билд, братан. Он реально тупо под бич билд, этот билд. Я тебе серьезно говорю, СФы не выживают против этого билда. Пошел обходить, пошел. Ай, хорош. Хорошие фиссуры. От Самуила. Самуил! Знаменитый ромящий сайленсер, да, ребят, это он. Это она забрал баунти. Это раз просто, вот и все. Я баунти забрал на боте, там иллюзии в топке. Я вижу. Хули ты, сука, стреляешь, Валера, блять, на, нахуй. На, блять, на. На еще. На еще, я тебя привяжу, блять, и пауэршота тебе по бровям. Ну, пожалуйста. Два мисса, конечно. Сука, я за тобой пойду сейчас. Ну, по нему прошло, блядь! Что это? Ёбаный в рот, кольцо же теперь там не продается. Ай, блядь. Мне курочка нужна очень. Юзай. Ну отвечай, это какая-то, блядь, нечестная игра, нахуй. Как можно, блядь, два мисса, нахуй, потом... У меня шейкер, блядь, прилетает. На, он на ТП стоял, да. А что, желтый, блядь, прилетел, ебать. Yeah. Вы серьезно? Тай тоже мисс. Это три друга, я понял, да, это три друга. У меня тут шейкер отлишу. Джон Лени 88, спасибо тебе за стримы. Господи, 1000 рублей. Тебе спасибо, парень, за донат. Огромное. Ебать. Аутисты, три друга. Наверное, ебетесь. Ебетесь вместе. Ты лин муви там? А, лол. Это хоста. Я ж охуел. Хлопай, 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 детка, хлопай, хлопай жопой. Все, парни, идите фармите, не приходите ко мне, я тут сам с ними тремя разберусь. Вы просто фармите и делайте так, чтобы, блядь, вы что-то делали в игре потом, после того, как меня будут пиздить. Вот это, блядь, трек за треком, нахуй, просто шикарный. Я могу прийти на бот? Не, не могу. Не, Витан, тут не холовить. Хотя? А скажи что-нибудь еще. Я ушел. Ты ебал твою маму. Не за что. Поставь вар, да. Блять, как же стреляет ухо, плиз. Это просто пиздарики, блять. Нам пойти Сларка застрелить. Маману на регене еще, правда. Ничего. Дай хилку. Спасибо. Да иди нахуй, чмо, блядь. Колдун. Тут опасно подходить, фиссура и пиздец. Иди отсюда, нахуй.
шкура. Да, да, хорошо. Если кто-то подойдет, можем бить. СФ. Я возьму. Ща, блядь, пиздить его. Подождите, парни, я забираю руну и иду. Обходите просто, да, 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 правильно. Так, шестой, да, он отрегенец сбоку, блядь. Сларк у меня. Парни, а чего вы не решили за табор выйти? Лол, я его подогнал. Да, я пошел нападать на саппортов. У него что, лотарчик? Не уверен, возможно. Я не смотрел. А, не, он, вон. ЗД-шка Энигма ебёт. Долбоёб! Я пошутил. Я на базу. Чупа какое-то, блядь, огниво нахуй в булках. Альберт, сможешь делать ТП в мид? Да, сейчас. Чтобы заботал. Что типа, блядь, дебил на сайленсере уже кинул 8 сайленсеров мне. Я лечу. Блядь. Короче. Виктор. Да, я это... Да сейчас руна будет. Все равно будет руна, я сейчас попробую СФ обойти, и мы его трое, застрелим. Трое у нас, ЕС и это. Он сейчас в кусты пойдет, короче. Я его, может, даже сам застрелю. Сколько там хп? У меня 900 и еще есть 12 стиков. Че, Виктор, будем пробовать? Нет. Я за топ руной, я будет. Что это за каравай, блядь? Короче, я на базу, блядь. Пачка долбоебов, реально. Каждому репорт. Не забудь про топ-донатеров. Не забудь про топ-донатеров. Еще 500 рублей. Спасибо, спасибо, Ленин. Обязательно внесу после стримчика. Так, рыба, ты будешь воевать? Ты военная рыба или такая себе? Не военная, боится. Три? Раза? Ну, на боте реген. Сларка не вижу. Вообще никого на боте нахуй нету. Да просто они вон бегают, Зянди. У нас у этого нормально все. Ну, у нас один имя мидас. У тебя там нормально на боте все? Да, так себе. Типа у Сефа тут... Я получше делать, чем у Сефа, типа, но ты сам понимаешь, это Сеф. Ой, братан, нахуй ты развернулся. Топнуть хотел. У него ничего нет, Вась. А я знаю, у меня тоже маны нет. Да, если бы ты стан дал, я по варшот бы накрутил, мы бы троих убили бы. Там второе. Да, это выжил бы, скорее всего. Ой. Я заберу патрону. Я вниз пойду с Ларком постою. Блядь, мне вот это наша... Ну, мне наша Энигма, блядь, пиздец, как не нравится нам в игре просто фармить все время. Своим мидасом никому не нужно. А у меня, блядь, явно не мидас, блядь, в инвентаре.
Снарк ушел с бота. Я ушел с топа. Бля, ебаное ухо, так отвлекает, пиздец. Сэф тоже с мида вообще не двигается никуда. Да ему не нужно никуда двигаться. За него команда двигается. Куда, блядь, блядь? У тебя что, лук за 9к? Нет, он за 12. Или за 13. Ой-ой-ой, лук за 9, нет, за 12. Не надо оскорблять лук, он не виноват. Альберт, я испугался дальше идти. Там летит синий, если что. Ты ушел? Хорошо. Девушка сказала, что я полное говно. Ты бы не парилась, то она одно. Что происходит? Я не знаю. Певец, блядь. За такие вот слова я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что Москве я медик, пиздец жесткий. И давай мек and try help us, ну мидас. Help us. Это пиздец. Ментальный help us. Я иду, нет, у меня один, иди. Асовчика давай. Мне ведь нужен топ 10. Блять, я промазал. Мне ведь нужен топ 10, 300 рублей, хорошо, Лени, пытайся. Хотя я не помню, сколько там надо посмотреть, походу уже в топ 10 или нет. Сколько еще, 800 получается. Я бью же! А МСФ в кустах? Он умер. МСФ мертвый. А, в натуре, блять. Бьем тавр, Альберт. Сейчас. Я тут кого-нибудь пищу. Я очень сильно вообще бью по игре. Сейчас тут будут люди идти, и я буду ебало бить. Metal Hammer возьмем. Или не будут? Походу не будет. О, кто это? Это СФчик. Там старт с Адаром. О, глобаль. Альберт, наверное, лучше просто бежать. У меня ощущения просто вот такие вот. Тут еще сайленсер. Вот сайленсера можно убить? Давай. Он привязан. Я иду. Бля, твою мать. Ууу! Ширья! Теряемся. Утверждаюсь. О-о-о. Энигма, иди сюда. Смотри, шейкер. Где он? Куда он пошел, блядь? Вон он. Он с лотаром, что ли? Тише. Кто это видел? Блядь. Вы доставит палку и орёт. Я не могу играть, что за хуйня. Я иду на бот. Там шейкера даггер. Серьезно? Да. Ебать. Альберт, попрошу, диком поможешь? Иду и там. Помог, видимо. Спасибо. Да это то, что надо, блядь, мог не убить его, блядь. На базу. Вот этот у Шейкера Дайгер мне вообще что-то не нравится. Он типа фармил там или что? Нет, он бегал. Не стоял в кустах. Собирал. На чем, блядь? А, у них вижу был? Да, центре, лол, я заметил.
Тоби происходит. Как Ваня на бот полетел. Там сейчас будет экшон. Я зря не блинкался, что-то я переоценил свои силы, блядь, как уебок. Сларк с татаром. Да, Сларк с татаром, СП почти с мекой. Дагер Шейкер, блядь, ебать у них опять это... Сука, ебать, каждого Тайдхантера нахуй зарепорчу, блядь, из-за... Сука, мутаю, нахуй. Лол, Сайленсер не побежал туда или побежал? Походу побежал Сларку помогать или нет? На. Спасибо, братан, за донейшн, колено. Дай бог тебе здоровья, братан. Господи. Сейчас. Это пиздец. Здоровья, Витяна, передай привет Альберту. Спасибо за стримчанский. Альберт, братан, привет от колена. Вчера мне еще 4 компениума подогнал. Спасибо, спасибо. Этому и вернул человеку. Аркану, который я проебал. Спасибо за привет. Вер без Аганима. Аганим будет после Даггера. Ебаный хуесос. На Сларке, блядь, с Лотаром. Тайт, блин. Я сейчас Алинсера там ждал. Нихуя ему плюшка влетела в голову. Блять. Паша, какой он помятый. Долбоёб. Ты чё, жёсткий, блядь, пиздец. О боже. Чё-то я реально всё потянул с этого от ВД, блядь. Сообщество Бичбилд, ребят, сделать в доте, ну хуй знает, блядь, я не любитель вот этих всяких тут обведений, вот этих всяких сообществ, команд, блядь, хуянт. Так что нет, у нас все по-простому, по старинке нахуй. Мы бичбилд, мы, блядь, ебашим. Все очень просто, блядь. Мы, блядь, выше иллюминати, мы, блядь, выше правительства. То есть, блядь, Альберт, блядь, решал, что будет, блядь, президентом Украины, блядь. Вот, недавно, блядь. Понимаете? Это все, ребят, решается, как бы. Вы думаете, люди голосуют? Ебать, ребята, это тупо Альберт, блядь, решает, нахуй. Вообще, блядь, наивные, блядь. Это кто? Сарк. Ой, ебать, там. Глобаль! Понимаете? Тут Тайт еще врывается, блядь. Куда он, блядь, свернул? Вправо-влево, что ли? Ёб твою мать, Сайленсера ебало отпало. Там Тайт с инвизом. Но он в этой штуке. Догоняем. Так она спадет с него. Она спадет с него, парни. Да. Я еще перевешу. Нет, не, уже не спадет, Витян. Уже не спадет, ладно, я иду. Я выкупился, я лечу к вам. Тут 4 героя. Нет, тут это парни Габелла. Я подхожу, Витан. О, господи, там Шейкер Дагер. Мне нельзя еще раз умирать. Камон! Камон! Какой шухель, ёб твою мать! Щенкуй! Уебать! Хуси некст, бейба, а? Хуси некст. А как же я люблю, когда Альберт этот начинает на буржуйском, блядь. Щит. Давай, подойди сюда, Валера. Сука, этот жесткий тип пиздец. Ой, блядь, вкуси некст. Реген. Окей, хоста. No. Ёбаный мотоцикл, сука, завёлся. Парня. Ладно, ничего. Если Алик прочитает это сообщение и ответит, я засаблюсь. Алик, как ты думаешь, каковы шансы Бичбилд на следующем инте? Крайне высоки. Вероятно. Фавориты, ребят, фавориты. Но фавориты уже Пенант Габен там сам лично рисует своими жирными складскими руками. Без
Когда у него что-то не получается нарисовать, но там в плане там мелкой детализации, он, короче, не пользуется стёркой, он просто своим, блядь, третьим подбородком это все вытирает. Парни, ребята, ебать, они меня ждали, блядь, петухи. Прикиньте. Там, во-первых, кстати, ребят, скадил Сларка, если что, типа. Да, бля, это проблемы. Нам, короче, надо Кирасана, Слардари и БКБ. Можно в любом порядке собирать, но лучше БКБ у Кираса. Так, это кто? Оу, Чат просит тут. ВД вслед катку. Альберт, лучше бежать, братан, он рядом с тобой. А, вот. Блядь, ну всё пиздало. Да-да-да-да! Заебись, Black Hole. Кто-то поможет? Ноль помощи, ёбаный рот, как папе черёд, блядь! Чат просит ВД в следующей катке. 200 рублей, спасибо, Лени. Парень, нам, в самом деле, очень грустный звоночек, типа, потому что нас и нигма сразу видно, короче, парень этот, сложно ему играть в эту игру, по-моему. Да и Квапе тоже, видимо. Бля, да у них просто все такие жирные, заебало просто, реально. Они толстые, да, я только Сальницера убиваю уже хуй знает сколько раз и... Бегай. На топе Тавр сейчас будут принимать, но у меня скорее всего Сларк в инвизии, блядь, бежит уже. О, ну тогда Сталин все равно. Experience! Official Evil, или Evil, спасибо большое, парень, за подписку, дай бог тебе здоровья. Сайленсер опять страдает, ёб твою мать, сколько их там. А, нет, это иллюзии, заебись. Гора Шана. Они без глобала сейчас будут. Хотя он лестница и может дать его? Да, могут. Легко. Так, мне надо все больше поменять. Там морчит. Ясно. Там ровашка есть, мы хотим идти. Парень, там, во-первых, есть Сарк со Скади, который выиграл прошлое место. У него сейчас может быть плюс один идем. Алло, блядь. Парни, аккуратно, давайте ходить как-то пробовать. Вы там бегаете так вот, блядь? Dark with Skadi, guys! My friend, no fear! Easy! Я лечу в топ. Ты чё в топ? Он был на топе. Старк в топе. Fucking store! No fucking global shit! Ебаный Сларк, он в меня вцепился. Ой, Кайлушенька. Кайлушенька, у Исефа есть много, блять, времени, чтобы мне пизды дать, а мы тут Сайленсер втроем бьем. Это проблема. А, там еще и ромашка есть! Сука, блядь! Сноубол ебаны. Не, его за блэкхол забирать надо. Ты хоть один видел за эту игру? Я просто сказал на фушу, надо брать только за блэкхол. А блэкхолов нет, я не видел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Просто там СФ уже с БКБ, его тоже сложно убивать. Начинаю агонимчик делать, потому что мы тут инициировать не можем. Я не буду даггер делать.
А БКБ на Слардаре надо, нам решено забрать ее, тогда только, наверное. А тут и мне БКБ надо, по-хорошему, иначе я бить подобно. Я вон бегу! Блэкхол, 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 гоу! Типа я под Слардара буду убивать их, если что, типа, если вы думаете, что я типа буду бомжом каким-то, нет. У меня билд продуман. Пал. Experience! Гол Рошана сейчас. Бля, ну если Тань сюда придет, его нет? Его нету? А вот сбейте линку ему чем-нибудь. Сбил. Артемчик, спасибо большое за подписку, парень. Дай бог тебе здоровья. Поменяю собольчик, пока мы тут воюем. Fortnite and SF, guys. Я возьму Aegis. Он связан. Да, только меня Витян ебут. Я тоже разъебало. Ебать там дали все, блядь, поверх того, что я... Там это... Убегай, Альберт, сплитбушим, они пробали все скиллы на нас. На мой Aegis. Wait Black Hole, guys, and we can cry. Ну, fight. Experience! Все-таки не стоит. Вот здесь. О, господи. Experience! Господи, что за фабл, что, блядь. Уме и колено. Спасибо, ребят, большое за подписку. Вы прям два подряд подписались. Колено. Так-то собгольчик. Который привет передавал. А. Спасибо, спасибо за подписку, ребята. Спасибо. Дай бог здоровья. Они спушили, короче, Т1 и идут на Т2. Ну мы ничего не можем, у меня БКБ нету еще. У меня двое, если что, было в миде. Не надо вот столько дофармить. У меня 16-й, правда, сейчас будет. Они ушли, короче, с этого, с бота. Вот 16-й твой и БКБ будет вообще все на. Мне кажется, блядь, 16-й или... есть, БКБ штуку надо. Ну шиво, ебать, я его не прострелил, нахуй. Я забираю, и у меня хороший слот, парни. С... Если у ЧМКБ, я просто буду дамажить с руки, парни, я вам серьезно говорю. Там Сларк уже несется к вам. Ждите меня, парни, ждите меня. Пиздец, нахуй са пошёл, блядь. Я бегу. Да не, забей. Experience! Да, блядь, тварь с блэкхолом бегает, смотрит, да. О, господи, сколько сабов. Табуретка, огурец, спасибо большое за подписку, парень, дай бог тебе здоровья. Нормальный блэкхол дал, да? Наконец-то. Витян, ловим тут кого-то? Там вдвоём Сларк Шейкер будет. Сларк Шейкер. Да-да-да, я в курсе. Блять, куда они делись? Здесь был парень. Я боюсь туда идти.
for fuck's sake, this fucking Slark! Мне кажется, ему не нравится против Сларка играть. Тайд. Тайда мы хуй уебем. Или уебем там. Там еще и сзади, блядь, глобаль стоит. Ой, Сларк! Он же не попадет по мне, правильно? Та-та-та, хорошо. Растянули, Витян. Он на боте тавер падает. Эх, кто бы засабился. Кстати, это все новые сабскрайберы, это мои сабскрайберы, Альбер! Я Витян, я же не знал. Они сами делают это. Блядь, пиздец, у меня ухо отвечают, это какая-то, блядь, жёстко. Короче, can you buy jam, mates, for me? Сларк. Мы можем туда сойти? Я иду. Я иду тоже. Вот сейчас он выходит с инвиза? Вот сейчас он выходит с инвиза, можно? Три, Альберт. Да, Лотар, окей. Что это за шейкер ульт, блядь? Баш? Ну это пиздец. Это баш. GVP. Мейтс. Байбеков нету? Ну у меня есть байбек, ну блин. Я его потрачу, у меня ничего не будет в игре. Хотя крипов же... Хотя не, они вот здесь уже будут. Ебать, там был Медонейшн. А я что-то затыкал. Сейчас зачитаем, парни. Тысяча рублей, что? Что-то Алику донатят и донатят, а тебе нет. Вот ты решил у мамки карточку спиздить. Косарь, братан, спасибо большое тебе за донейшн. За косарик. А я могу делать, но парни, это, по-моему, бесполезно со мной сейчас. Хотя можно. Как он рычит. Можете дефать, парни? Как-то. Попробуем. Вон он там залетел, пацан. 20 секунд. Надо ждать, парни. Ванёк, ладно, отдавайте сторону, парни, отдавайте сторону. Отдавайте сторону, просто отойдите. Отдаём. Нам нужен гем? Мне нужен гем. Enigma, can you buy game for me? Знаете, Старк, блядь, это такой... Ой, у меня ощущение, что, блядь, в каждой игре есть такой герой, которого, блядь, мы, блядь, убивать не можем, блядь. Всегда вот эту каждую, хуйня. Блядь... И у нас в каждой, блядь, игре, блядь, ощущение такое. Мое ухо, тебе пиздец. Да, у меня сотка голды, да, гонима. Маня БКБ он собирать не может. Я тоже. Думаю, БКБ можешь купить, блядь, себя. Воу? Ты чего? Я бегу, Альберт. Я не знаю, уйду, может быть, а может нет. Иби блэкхол в него! Ой, блядь, ебаный глобал. Он все равно сдох. Ну, убили его. Чтяк. Я ушел, у меня хп нет. О, ну что, и Сальнис разокинул. Они, короче, без глобала. Ну, что-то вообще можем придумать. А там Рошика нету еще? Придумайте вот это, ребят. Нету Рошика. Я деф. Ребят, забейте с этим. Блин, ВД это... Вич билд, отвечаю, сабнулся к Альберту на твой стримчанчик. На твой стримчанчик не покину. Братан, договорились, спасибо большое, думаешь. Ребят, за Макс Репост тут про там next катка GoVD, там GoVD в пати Макс Репост, за это будут модераторы давать мута, то и пермач, если это будет слишком дохуя. Так что поосторожнее с этим. Потому что чат невозможно читать, блять, из-за этих Макс Репостов. Ебать людей на стриме, что ты охуел. Да, такая же хуйня у тебя. Сколько у тебя? 7000, ебать, психи. Вы, блядь, ребята, вы, блядь, кто такие нахуй? У меня четверик. Я хуй знает. Ребят, блядь, кто-то выключил, что ли? Хватит писать в НМ, блядь, ком-группу. Ёбаный в рот, блядь.
Мы кого-то ищем или зато два идем на топе? Ну, можно было бы кого-то найти, но у меня типа скоро МКБ будет, это очень охуенно. Дом ворды. Я отошел. Давайте на топе пропушим просто. Да мне надо драться 5 на 5 парней, вы же понимаете, что у них там вот этот... Вот нам надо тупо убить этого Старка еще раз. Понимаете, сколько я с него... Я с него поймал 2000. Альберт, помнишь, когда я играл на Квапе? Вот помнишь ту карту? Полтора часа. Мы можем. Альберт, ты знаешь, Квапа она может, она как антимах. Я просто рожу, Витян, скоро с этим ухом отвечаю. Альберт, не надо рожать. Мне надо что-то с ним сделать, я не знаю, хоть за свечными этими, блядь, ушами нахуй. Ой. Ушными свечами идти. Да, вот это свеча ушами. В жопу, блядь, все дела. Не-не-не, мне в ухо надо такую хуйню. Или вообще, я не знаю, что-то надо придумать с ним. Подписан на тебя с 2001, братан. Я, блядь, блядь, родился в 2001. Что ты, блядь, рассказываешь, блядь? Что, у нас мида нету, конечно, это прискорбно. Я бы задал бы одного... Wait, my MKB. Видите, парни, вот они, видите, где они были? Бегают. У нас блэкхола нет, 10 секунд. Вот Ларк, Ларк. Они нарочно зашли, Там сайленсер? Вот шейкер был. Че, врываемся? Ну, бля, тут бля... Ну бля, неудобное очень положение. Раскурица сдохла. 7-8-8, концовка номера, 375 рублей на Киви приехало, спасибо большое. Там напали на ВД. Да, подрезали у нас. Отойдите, слышь, парни, отдайте им все, уходите. Мне надо БКБ купить, наверное. Хотя я так не хочу пиздец, вот просто вот на полном серьезе. Инкуайра я ограничу. Нерочно. Ну мы ничего не туда. Мы не успеем уже. Ну и тем более без ВД, я хз, там палка много делает грязи. А, не, его палка немного. Я ошибся, чё-то. Его палка брасер. Да, у него палка пиздец. У тебя БКБ появилось же, да? Да. Там парень, добили. Не делитесь добили, там. Добили уже, не надо. Пусть забирает. Мы подождем. 44-30. Нет, 40, да, 45-30, а я готов. Сколько воды раз умер? 3-16. Пиздец. Ну да, ему неприятно кататься. МКБ делает СФ, походу. Т2 мы не дефим, да? Да, мы Т2 не дефим, точно. Там... Я бегу. Так, мы же не дефим. Вард. Не-не-не, я бегу. Это, на Т3. Нам МКБ у Сларка, блядь, заебал. Сам Венран меня бить, походу. We just don't give a fuck, look at this! He just doesn't legitimately give a fuck! Ебать ему больно, блять. Там на самом деле можно было бы ворваться, блять. Парни, не нужно! Алло! Парни, байбека у меня нету, во-первых. А во-вторых, типа, драться нам нужно только на своем хай-граунде. У тебя байбек будет? У тебя будет, ты можешь, типа, начинать. Типа, понял, подстанете и убежать, ты, типа, понял, сейчас подойдет кто-то бить, подстанет, убежал. Я без ББК, я сейчас умру. А нет, я выжил. Там глобал. Ой, блэкхольчик нормально дал. Пиздец, я под этим замедлением подойти не мог. Слар, креснулся, блядь, мне пизда. А нет, ББК или есть? Нет, нету ББК. Сука, я Еги зарешал сильно, очень. Ваня, ты с ББКом уже? Не, я не выкупался, а, еще. Не выкупался еще. Парни, вот, вот этих. Бас... Вася, обидная смерть. Рефрешер хочу дать.
Ага. Не, Борис. Ребят, ну я выкупаюсь. Я вообще нихуя в этом замесе практически не сделал, пиздец. Давай, давай, давай дальше. Отключила. Ебать, откуда у него рэвидж, блядь? Да, да, это. У него рефрешер. Ебаный в рот. Ебани! Сука, блядь! Ебать, вот вы реально с каким-то хуем. Ай, блядь. Блядь, могу дедалов сделать? Могу убивать их нахуй, блядь. Рапира хуя. Не, рапира точно не нужна. БКБ можно продавать сейчас. Ну, типа, если не успел. Я сделал лотар грейдженный и БКБ потом, чтобы быть плотным. I know, man, I need BKB. Man, honestly, like, if you get crits, I don't play against this shit before. If you get fucking crits, you're gonna free shot slide. Just need two fucking crits, and that's it. He's fucking... Баблэм, баблэм. Поэтому он рассказывает, как нигер, блядь, какой-то. Fucking bad, fucking bad. You are nigger? What do you mean by nigger? What the fuck? We need vision, man. Can you? Bye. Yeah. Конечно, там каски залетели, типа, понял. Мы попроиграли, там тупо каски выиграли замес. Ну, типа, я могу. Ебать можно, он один стоит там. Да-да-да, слышишь, я бегу за шейкером, чё там, там, блядь, охуевший, типа, мразь. Слез, походу, по этой форме чеше. Тварь, да, я уже бегу. На даггере по линии вот так вот. Вот, не было, кстати, ТП. Вот, так там другой. Тварь, серфри на миде стоит. Не, вы сало не фри, там Старк это может быть. Не-не-не, вряд ли он за ним стоит. Это не Вайт, точно. Он где-то бегает, скаут. Вот он у меня. Только появился просто. Я бегу, он я бегу. Меня съел нахуй. У него МКБ, я не ухожу. Хотя на хосте лол. Не, там еще и сэфчик. Койл, блять. В кустах сидят, как заебался, как ублюдская игра, блять. Они два ублюдка, блять, купили МКБ. Я че вам, блять, сделал? Отвечаю. Я, блядь, не мейн роль здесь. Покупать, блядь, МКБ из-за оффлейн ВР-ки, это такое. Ну, ВР-ка вообще, на самом деле, всегда проблема такая. Она очень мягкая, но без инрана. Да, и МКБ не только шмисы, блядь, но и дэмэджа нихуя удаёт. Ну, все равно. Можно какие-то, блядь, обузалы с бабочками делать, но они делают по-другому. Бля, надеюсь, там не будет рефрешера на саммитере, это самое главное. Пошлите подефать. Я ТП сделал. Делай, уже делай. Не, я байбеком, блядь, мне было лучше 20 секунд. У меня байбека не будет, я не, выкупался. Ребят, мы тебе не надо твой байбек, мы их просто примем. Смотри, я просто подхожу, я с ними разговариваю, вот этими двумя долбоебами. Ой, Энигма. Нет, не получилось. Блядь, ебаный. Там второй рэвидж. Сарец. Второй рэвидж. Я бегу, слышь? Ты выживешь? Пока да. Ну, сэфчика добить надо. Найс. Сайленсер нахуй. Да я его... Смотрите, бам. Две тычки. У нас Т4 бьют крипы. Т4 надо дефить. И Сларк идет ломать бараки. Слышь, парни? Пидарас. У него байбека нет теперь, можно идти ломать их. Он тратил байбек? Но он выкупился, мы же убили его вроде, нет? Нет. А, он съебался просто? Да. Блин, надо разводить там байбек, в любом случае. Я толкаю бот, идите по миду, парни. Идите по миду. Go middle. А, так мы все это самые живые. Ебать, я там не нажал БКВ, блядь, меня тупо съело нахуй. Сайленсер просто глобал дает тогда, когда видел блэкхол. По-другому он не тратит. Все, парни, по миду, алло. Поехали. Блять, надо убить кого-то просто. Где шейкер вообще, блядь? Он был за месси. Мы гем проебали, да, вот. Да, был, его убили. Или у кого гем? We need new gem.
Ну бэкайте, типа, если что нету, если вам, типа, это... У них ни реведжа, ни, по-моему, этого. Ни глобала. Может быть, максимум один реведж. Мышка, да всем похуй. Шутканул, ебать. Парни, аккуратно, 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 там бардшейкеры встали. Фларк, байбэк, уходи. Уходи. Go back, go back, go back, we got the buyback, that's all we need, come on, come on, come on, come on. We need gem, man. Yeah, but they don't have any fucking money, man. All game, I'm fucking level... Enigma, let me top. I have Daedalus. Бля, они в топ могут выехать сейчас. Пиздец. Да. Легко. Да они сейчас осмочатся, наверное, вечером просто. Аккуратно, не встрять никому. Не надо... Вот столько добить осталось. Кропалик, прям самый кропалик. Энджинты, блять, мертвые. Да, ладно, пойду по бот тоже. Там, что-то. Бля, говорю, откуда вы нахуй беретесь, а вас еще больше, блядь, на стриме, блядь, психи ебаные. Они сейчас там подошут рефрешеров, типа вот это вот дерьмо, блядь. Альберт, аккуратно, они у нас лесу, скорее всего. Думаешь? У них я там дум... одного мышка не работает. На топе, они за мной шли на топ. Be careful. We should be in our jungle now. Оброшек есть. Да, пошли на Рошана. Они ушли. Успеем? Давай пофшустим, вдвоем его заберем. Я иду на лотаре. Давай, он изи тоже зашел. Мы видели. Я возьму Егис просто. Угу. Это третий, нет? Да, ты бля, у меня слота нет. Вместо ТП бери. Нет, нет ТП-шки. Да вон вард нахуй вылажу, нахуй не срался. Продаж просто, курицу неси сюда. Я сыр могу взять. У вас пусть Алекс сыр берет. У него есть слот. Бля, чё... Никто просто нормально не стримит, вот и залипаем твою ебало. Ясно? Да обидно сказал, блядь, конечно, парень. Сказал бы, типа, ебать ты красавчик, блядь, мы любим твои стримы, блядь, а то сразу такое дерьмо выливаешь. Чему с Соло Дредом не играл сегодня? Потому что я не играю в Warcraft, ребят, мне не нравится эта игра. После первой дотки я наигрался в него уже. Вот у нас они мумитаты, вроде бы у него ничего по итемам, блядь, нету охуенного. Не, они. Идешь? Вас ты идешь? Да, да, да. Ну типа, есть поднять его как-то, потом унести нет. Нет. Ну, я припослал курицу, она заберет. Забери. Курица летит. We need gem. Альберт, ты можешь покорить гем? Ну, типа, стики продам, сейчас возьму гем. Мне его купить надо? Нет, просто поносить, вон парень купил. Да. Я подобрал сыр, подобрал 2 ТП и понёс к нам на базу. Где гем? На базе? Ну, ВД попроси. Let's give me gem. Give me gem, ВД. У меня ТП не будет, блять. Вот это хуёво. Надо воевать сейчас. Подожди, 8 сек. Чё тебе, до чего? Кираска? Я Кираса, есть ТП-шку за фарм. Да там ТП в курицу хуево гора. А, да? Заебись. Сыр забрал? Да. Ну и чё, мы мутим? Мы идём драться? Нужно. Блядь, нас низ опять жестко толкается, пиздец. Да, низ толкается реально. А у нас двух сторон нет, а у меня, типа, у меня и гем, и, блядь, и сыр. У меня слота нет на ТП. Это плохо. Да, там оно не нужно, если мы въебем, то уже похуй. Что, Сларк больше не хочет никого пиздить, к сожалению. Ну, он в лейте не такой сильный всегда. Да, не, в лейте он как раз в матчмейкинге один самый кэрри. Ну, хз, когда он долгое время не дерется, он не сноуболит нихуя. Брать, да, у него уже и сноуболит ничего, короче, у него 6 статов, наверное. Типа без статов он такой себе, боец.
когда не настиливает. Обычно там он типа эту хуйню за счет этого и выигрывает. Что, блядь, бегает, одного убил, второго там начинает пушить, блядь, у него уже там 20 стаков. Они, по-моему, блядь, этот, вы они поняли, блядь. Они на ХГ у себя сидят, блядь. Да, это да, тоже ощущение. Деф гем, деф мид надо. Ну пусть сидят. Нам надо просто итемы хорошие для фарми тоже. Мне он мульчарт надо, да, доскушать. Мне, блядь, дайдалось бы куда-то впихнуть, блядь. А чего ушли-то? Да? Два могли бы взять, они боятся, пиздец. Да, Смит пушится, братан. Шейкера, выкинул. Изи. Камбэк из Риэл! Толкайте бот максимально, пошлите по миду, заберем что-то. Не, мне туда сыка-то одному идти. Я иду на бот, Вася, поехали. Парень, пока курица никому не нужна, я возьму просто курицу и принесу за собой. Я туда вниз поведу ее, чтобы у меня была БКБ во время замеса. Байбек будет через... Да, у меня байбек есть, парень. Сварка тоже есть байбек. Там у всех байбек есть. Они даже не фармят эти спауны, понимаете, рядом? Они просто стали все на базе. No problem, it's good for me. Relax, man, relax. Okay, okay, okay. No problem, man, no problem, it's okay, it's okay. Ni hao. It's okay, my friend, we won this, this is fucking easy, that's it. Just be careful, double ravage. Ravaga, ravaga, my friend. Ravaga. Ёбак, сука. Я могу ломать просто, парни. Давай. Нам надо как-то сталинс пережить, это там отъебем. Если Нигма еще и бэкхол не просрет. О, все, они поехали. Не, пизда. Мне не дадут сыр заюзать. Сларк съел. Эрис. На просто Сларк уебал. Мы деремся дальше? Ну, Ваню блядь, тоже блядь, походу съедешь. Уже нет. Там еще шейкером под контролем. А, не, мы не можем. Тяжело. Они просто две кнопки нажимают и выигрывают. Да нам БКБшки на самом деле всем нужны. Ебать, у меня что-то, блядь, думал он меня отпустил, лол, а он побежал за мной как имбецил. Ладно. Ты без байбека? Я с байбеком, ну типа... Я делаю его. Я понял. Бля, парень, на самом деле это просто конченая игра, блядь. Вот эти вот скиллы нахуй, РРР, блядь, бесит. Короче, я даже, короче, больше не хочу драться, ребят, я просто хочу сплитпушить сюда. Ну, раз понимаешь, герои умирают за два рейвежа. Когда такого не будет, типа, и наши чуваки нажмут БКБ до этого, то это изи. Зачем с того, что я куплю себе травла, грейджины? Для меня БКБ надо брать. Они на топе все, да. Ну, у них нету скиллов! У них ничего нету, да. У них go fight, they without to ravage and silence. Я ТП сделаю на Т2. Тут Сларк может сказать. Сларк на Д, но это хуйня. Можешь сказать? Воу, дамедж он из бич. Не, он не привязала, блять. Go fight, go fight, go fight, go fight, go fight. Викен, 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 викен. Дай сэф, покажи его. Catch me, nigga. Блядь, ну он меня убил опять. Ооо, это плохо. Так а куда вы побежали все? Мы с Афа убили бэха. Но отрезанный был. О май гад! Это ГГ, я без бэбэка. Да, это пиздец. Меня Сларк съедает за МКБ. Блядь, эти игры нахуй, мне, я не понимаю. Как их выиграть? Ладно, ничего страшного, блядь. Бля, в пизду я, короче, закончу на сегодня. Заканчиваешь на сегодня? Да, я на сегодня закончу. Я не могу уже. У меня ухо охуевает, пиздец. Бедняга Альберт. Ну, да я в натуре, я отвлекаюсь сильно. Оцени мы, блядь, рапешу. Ощущение, как будто мне, блядь, на ухо 50 килограмм, блядь, цемента повесили. Оно, сука, так стреляет и тянет, это просто ужас.
Завтра надо к врачу съездить. То зубы, то уши, серьезно что ли? Ну, я разваливаюсь, хуй знает. Ладно, все, берите, братишка, покеда. Давай, Витян, спасибо за катки. Давай, пока. Так, ребят, спасибо, что смотрели. Огромное большое спасибо за донат, который сегодня кидали. Всем приятного вечера. Пойду я отдыхать, лечиться. Следующий стрим, не знаю, будет на днях. Завтра, не знаю, насколько.